ходе тренировки экипажи семи стран России, Белоруссии, Сербии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Китая и Израиля провели тренировку в поражении мишени типа пулеметный расчет, грудная и ростовая фигуры. Кроме этого, военнослужащие выполнили установку заряжения пулемета и поразили мишени на дистанции от 150 до 500 метров, появляющиеся на 10 секунд, при этом используя всего 40 патронов. Согласно условиям проведения этапа, пулеметчику нужно поразить все 10 мишеней. Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательный двухнедельный карантинное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. Все мероприятия в рамках конкурса будут проходить со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований и норм. Международный этап конкурса «Военное ралли» пройдет в 3 районах Республики Тыва и на горном полигоне Карахак с 22 по 29 августа. Инна Клаенко, Зал Сарыксарын, Тува-24.